Посреди ночи компания, по всей видимости, молодых людей останавливается рядом со дворцом Ленина. Устоять перед соблазном оказывается сложно. Один из гуляк подходит к афише и демонстративно машет в камеру рукой. После аккуратненько снимает баннер и уходит с ним в неизвестном направлении. Возможно, портрет Цоя теперь украшает комнату молодого человека, а может быть, парень покусился на высокое чисто из практических побуждений. Например, укрыл им крышу у себя на даче. В любом случае, место долго не пустовало. При этом руководство дворца с заявлением в полицию еще не обращалось. Но стражи порядка уже начали свою проверку. В настоящее время устанавливается ущерб. Если сумма ущерба будет менее 2500 рублей, то это действие будет квалифицироваться как административное правонарушение мелкое хищение. За него предусмотрено наказание до 15 суток ареста. Если сумма ущерба будет более 2500 рублей, то это уже будет расцениваться как уголовное преступление, за которое предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы.